выступление Юрия Васильевича Воловича и Сергея Жановича Садбаева, сообщение, что называется «Универсальная краевая задача для войны Матфея». 50 минут. Уважаемые коллеги, наш совместный с Сергеем Васильевичем Воловичем доклад называется «Универсальная краевая задача для уравнения математической физики». План доклада следующий. Сначала мы обсудим понятие универсального краевого уравнения, затем рассмотрим постановку универсальной краевой задачи для уравнения Лапласа, затем рассмотрим универсальную краевую задачу для линейного дифференциального уравнения второго порядка и метод вывода универсальных краевых уравнений. Затем рассмотрим примеры применения этого метода уравнения теплопроводности, волновое уравнение и уравнение Шрёдингера с вырождением. Далее будет рассмотрен геометрический смысл универсального краевого уравнения и сопоставление этого подхода с вопросом о разрешимых расширениях дифференциальных операторов. Давайте рассмотрим, что собой представляет постановка краевой задачи для уравнения математической физики. Обычно для каждого, для уравнений каждого типа, эллиптического, параболического или гиперболического, ставятся краевые задачи, соответствующие типу уравнения. То есть подразумевается, что для заданного на определенной области эвклидового пространства дифференциального уравнения ищутся функции, которые удовлетворяют этому уравнению, и помимо того, граничные значения которых удовлетворяют некоторым соотношениям. При этом выбор соотношений на граничные условия диктуется тем, чтобы данный выбор краевых условий позволял определить единственное решение уравнения и краевых условий. Ставятся, в частности, задачи Дирихле, задачи Неймана или третья краевая задача, но есть, конечно, и другие. Мы будем использовать здесь другой подход. Для заданного дифференциального уравнения в области устанавливаются условия, которым должны удовлетворять граничные значения произвольного решения этого уравнения. То есть сюда фактически входят все возможные постановки каких-либо краевых условий. Ну, и здесь краевые условия не фиксируются, а рассматривается именно многообразие всех краевых граничных значений функции, удовлетворяющих данному дифференциальному уравнению. Я еще не определял, что такое граничное. Интегродифференциальные уравнения будете назвать? Интегродифференциальные нет, не будем. Значит, это название не соответствует. Просьба, чтобы Уравнение математической физики это слишком широкое понятие. Дифференциальное уравнение. Ну, несколько позже, если время позволит, мы рассмотрим некоторые абстрактные постановки, в которые, возможно, можно будет вложить и интегральные операторы. Итак, вот, мы покажем, что граничные значения любого решения заданного дифференциального уравнения в данной области должны удовлетворять некоторым уравнением. И такие уравнения будем называть универсальными краевыми уравнениями. А задачу об исследовании данного дифференциального уравнения, граничные значения которого удовлетворяют этому универсальному краевому уравнению, будем называть универсальной краевой задачей. Может потребоваться такой результат. Например, для задания граничного управления решением дифференциального уравнения или для описания множества значений случайных краевых условий для заданного фиксированного дифференциального уравнения в направлении внутренней нормали
по направлению внутренней нормали берется предел функции изнутри области, и этот предел равномерен по всем точкам поверхности. Общую точку. Вот такая область. Здесь описано, как устроены эти точки. Простите, все уже? Да. То есть вертикальные отрезки границы не допускаются? Да, поскольку тогда там нет строгой ответственности. Граница гладкая или нет? Значит, если граница имеет гладкость не ниже, чем k, и частные производные функции порядка k равномерно непрерывны в области. Что значит, что вы под областью понимаете? Обычно область — это открытое связанное множество. Да. Да, то на границе области имеются предельные значения, и у производных порядка k. И в этом случае будем говорить, что вот так. То есть это в случае, когда граница гладкая. Да. Столько же раз, с какой гладкостью эта функция выходит. А зачем тогда? Почему просто не взять след сужения функции на границе? Нет, конечно, предел существовал. Здесь не предполагается. Ну, мы не выходим за границу нашей области. Ну, вот. Нет, мы можем просто определить функцию на границе. Граница гладкая. Взять параметр какой-то на границе. Ну, какие-то там гладкие параметризации границы. Потребовать гладкость. Но тогда она продолжает внутрь. Любая такая функция продолжится внутрь. Если граница кусочно гладкая, то используется то же самое определение на каждом гладком куске. Это так, а в угловых точках, да, у нас будут такие. Вот, ну, и надо, может быть, еще заметить, что вот если у нас функция гладкая, вот функция задана на всей, скажем, плоскости, она является гладкой на границе, но если сама граница либо не слишком гладкая, либо не слишком хорошо проектируется на оси x и y, то при этом гладкость вот такой функции, о которой здесь идет речь, может нарушиться. Поэтому это условие является существенным. Непрерывность при таком проектировании не нарушается, но гладкость может быть нарушена. И вот такое требование. Теперь можем сформулировать такой результат. Пусть у нас функция g выпукла относительно координатных осей, тогда если функция u принадлежит следующему функциональному классу и является решением уравнения 4.1, уравнения волнового, то ограниченные значения функции u и граничные значения частных производных функций u на поверхности S принадлежат следующим функциональным классам и удовлетворяют совокупности условий. Уравнение 4.2 и вот еще два уравнения 4.3. Вот это уравнение имеет вид условия потенциальности поля с компонентами фи и пси, а это условие, вот можно, наверное, показать на этом рисунке, значит, для каждого x из проекции на ось, области g на ось x выполняется равенство значений. Вот φ – это нормальная производная по, извините, частная производная по x вот в этих точках. Если функция u0 принадлежит классу c2 от s и функции φ и ψ вот таковы, то тогда таковы выполняются условия 4.2 и 4.3, то существует единственная функция u из данного
пространство, которое имеет предельные значения у 0, φ и ψ, является решением уравнения 4.1. Несколько слов о том, как можно было получить эти... Можно? Да. Вопрос. А зачем вы требуете c1 в жизнь чертой? Почему не потребовать сразу c2 в жизнь чертой? То есть это же одно и то же. Если функция такая удовлетворяет уравнение, она обязательно c2 в замыкании. И не будет этого... Ну, я понимаю, что это какой-то перекрёсток. Ну, в принципе, да, вот здесь она будет принадлежать. Реально-то ноль, ничего нет. Реально это верно. Тут совершенно верно. Здесь она будет c2 от g с чертой. Ну, тем не менее, это включение. Ну, это, да, можно усилить. C2 от g с чертой. Нет, ну это не усиление, это просто. Можно применить формулу Грина, ну, например, для вот такого, скажем, сектора, и связать значение функции u в точке m с точками, скажем, a и b. Значениями функции в точке А и значениями следов φ и ψ на этом участке границы. Из этого получается соотношение 4,3, так как они получаются. Если я точку А начну перегонять вот в эту точку, то из формулы Грина получится как раз первое равенство 4,3. Первое условие 4,2 это условие потенциальности, но его тоже легко получить, если мы возьмем эти две точки, соединим их кривой, и эту кривую изнутри будем приближать к части границы АВ. Если у нас заданы функции φ и ψ, удовлетворяющие этим условиям, то опять, взяв значение функции здесь, в одной точке, мы можем, используя формулу Грина, определять значение функции во внутренней точке n этой области. Но это можно сделать различными способами, например, вот по такому сектору или по иным секторам. И условия 4,2 и 4,3 обеспечивают как раз независимость способа, независимость от выбора того сектора, по которому мы вычисляем значение функции. Ну, а если мы напишем просто представление функции, значение функции в точке через значение функции на границе и интеграл по кривой, то формула представит функцию u, которая будет как раз обладать нужной гладкостью по x и по y и удовлетворять уравнению.